Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе и... Канал Чё Хочу, То Врачу ТВ. Привет. Короче, и сегодня мы опять играем в Counter-Strike, но не так, как мы играли в прошлый раз. Мы теперь сегодня с Лёхой объединились и вдвоем будем сражаться против супер-пупер игрока, у которого ранг Капрал. Он довольно опасен, мы с ним уже играли, и он нас... И мы с огромным трудом сделали ничью. Он просто выносил нас на раз-два. Сегодня мы попробуем сейчас еще раз это сделать. Вон, в чате он уже пишет. Сейчас посмотрим, кто победит сегодня. Ну, как он утверждает, что победит он? Ну, надеюсь, что это будет не так. А, мы сегодня снова играем на карте, которую мы играли в первый раз. Короче, он просто на раз-два выносит. Давно уже играет в Counter-Strike и вообще прям... Позавидовать ему можно. Ну, короче, сейчас все увидите. Если у меня сейчас не подтормозит, конечно, ничего. А тут во время запуска у меня что-то зависает постоянно. Ну, сейчас вроде ничего такого нет. Так, террорист или спецназ? Спецназ? Секунду. Звук починю. Кого? Че? Звук починю. А, разминочка пошла. Видите, как он... О, пипец. Видите, как он это делает вообще? Он просто с одного выстрела это делает. Блин. А я вообще не могу его. Вы прикиньте, что творится. Вот сейчас... Вот смотрите, я сейчас вылезу, и он... Меня грохнет. Нет, ну не сразу, но грохну. Как вы видите. Короче, он вообще жесткий. Чу, пацан. Ну там кровь остается. Как на завтрак. А-а-а! Да блин, я вообще ни разу не могу. Я вообще убить его не могу. Кошмар какой-то. О, АВП дали. Ну, АВП это может быть нам поможет. Попробуем сейчас как-нибудь его. Я не совсем, правда, в курсе, где он. А! Где он? Блин! У него тоже АВП. У него причем непростой АВП. У него АВП бог червей. Фиг знает, за что ему дают такие пушки. Кошмар вообще. Просто я так не могу. Ну, ему тоже сейчас слабый пистолет дали, но... Да блин, я же в голову ему попал, разве нет? Короче, ребята, это... О, печу с глушителем. В смысле? О, наконец-то я его грохнул. Да блин, 15 хп осталось. Ну уже, фокусируйся быстрее. Да блин. Лёха, ты еще здесь? Лёха, ты где? Да. Я звук. А. О, Лёха там, короче, звук пока настраивает. Но надеюсь, он к нам вернется по-быстренькому. Да. Ну это пока только разминка. Сейчас настоящий бой будет скоро. Он, короче, с одного выстрела может убить с легкостью. А где? А где он? У него тоже АК был. А он не сразу еще отреагировал. Да заряжайся, дебилизм проклятый. Пока я перезаряжался, он ножом меня грохнул. Ну это нечестно было.
Да! Ну, он сейчас меня просто что-то, наверное, что-то поздно сейчас отреагировал. У него какие-то пушки в крутой раскраске. Это что за дебилизм? Кстати, ребята, вот у меня что-то... Да... Вот в GTA Online, вы же знаете игру GTA 5, я надеюсь. И там есть онлайн. Вот там у меня сейчас... Я ни разу GTA Online не снимал в канале, но может когда-нибудь сниму. Но только когда проблему одну решу, там не получается кое-что делать. Когда я захожу, все время... Наконец-то. Все время пишет, что это самое... Что типа у меня нет интернета, и я не могу туда зайти. Хотя на самом деле интернет есть. Автономный режим пишет все время, там активация требуется. Короче, не работает просто. И какие я только способы не перепробовал, все без толку. Все, бой начинается. Покупаем сразу пушку какую-нибудь покруче. Вот эту. Пока возьмем, потому что нам больше, в принципе, закупиться незачем. Блин, я не могу, у меня нету звука вообще. У тебя нету звука? Ну я ж тебя слышу. На компьютере нету. Ну блин, и ты что, все время вечно будешь стоять вот так? Я надеюсь, что не будем. Так. Короче, надо осторожно, он где угодно вообще может быть. И он может с одного выстрела нас грохнуть. Так, сейчас мы пойдем вместе в одну сторону. Обычно тактика работает такая. Один из нас отвлекает, второй, опа, она, бежим скорее. А второй добивает. Давай, ты иди первый. Видите, что он творит? О, башка торчит. Он, хотя он тоже из пистолета-то был обычного. Но тем не менее он вообще с... По-моему, с одного выстрела, а может и нет. Грохнул. Это разве нормально, ребята? По-моему, это вообще не нормально. Так. Что-то Леха у нас молчит все время. С этим звуком. А, да, блин, чё? Не прикольно без где он играть. Чё, где он? Ну, ты всего лишь... О, ты убил его? Молодец. Ты всего лишь не слышишь шаги и выстрелы. Чё страшного-то? В смысле, почему? А, у меня ж полный жилет. Мне не нужно ничего брать. Так, вот это, Леха сказал, что плохое оружие, так что брать его не буду. Вот это возьму. Так, он за машиной прятаться не может. Блин, да что ты будешь делать, а? Я думал, он за машиной. Так, давайте вот так аккуратно вылезем, хотя он все равно, мне кажется, нас грохнет. Тоже убил нас. Ладно, давайте что-нибудь тогда вот это возьмем. Не очень, тоже не особо-то штука интересная, но стоит попробовать. Так, ладно, я туда теперь пойду. Блин, я провалился. А, нет, не провалился. О, Леха уже там столкнулся с ним. А, все, он убил его, отлично. Ты это, не молчи. Старайся. О, теперь тебя не слышно, по-моему.
Меня спасла граната, потому что я кинул световую гранату. Понятно. Я что-то не особо умею пользоваться гранатами. И это плохо. Так, я бегу сразу туда. Обычно он... Террорист появляется, должен где-то... Да как он так быстро повернулся-то? И где он взял деньги для этого? АВП. Я себе АВП... Я АВП себе вообще позволить еще ни разу не мог. Ну, кроме разминки. У меня 8 тысяч. Кроме разминки, которые мне там случайное оружие выдают. Давай, давай. Грохни его скорее. Да что ж ты будешь делать, а? Видите, какой он сильный, а? Капрал, блин. Я новобранец. А Леха чуть-чуть повыше, но тоже не очень. Так, а я нормальную пушку еще себе не могу позволить. Зашибись. Так, я бегу сразу туда. Туда, где он должен появиться. Да куда он? Куда он уйти-то уже успел? Был звук и исчез. Вместо этого такой звук. А, ты все-таки слышишь звуки? О, что? Блин, он за машиной. Ты какой? Как он там оказался? Я не знаю, он как ниндзя, который работает в тени. Так, на этот раз надо что-то посерьезнее купить. Блин, что-то мне серьезнее не возьмешь. Звонит. Ладно, вот это возьму. Слышишь? Че? Мне Витя звонит, подожди. Ладно. Я пойду сам грохну его сейчас. Сам спрячусь за машиной. Хотя не факт, что он меня не заметит. Витёк звонит Лёхе, ну отлично. Я спрячусь за машиной, короче. Раз он такой тактикой пользуется, то почему бы мне не воспользоваться такой тактикой? Мы его не замечаем, может быть, и он нас тоже не заметит. Да как он меня заметил-то, блин? А, ты его грохнул? Все-таки. Да. АВП я так до сих пор и не могу себе позволить. О, я все денежки потратил, отлично, и броню не взял. На одну пушку потратил сразу все деньги. Ладно. Около плеча, что ли, пролетали? Он в чате спрашивает, ну как? Это тактика. Один отвлекает, второй действует. Это же отличная тактика. Да блин, куда он уже делся-то? А, вон, быстрее сюда. Иду. Быстрее, да беги, беги, быстрее. Ну, стреляй. Да! Как хорошо, что он спиной стоял к нам. Я еще и шокер заполучил. И кучу гранат. Короче, это было классно. Килл не засчитывается по факту. Да что ты говоришь? Так, спрячемся за тачкой. Что это за тачка, кстати? Какая-то знакомая тачка. Я правда, ну что это? Ну, но я не помню, что это за тачка. Так, в прошлый раз он оказался там. Может быть, и в этот раз он окажется там. Что? Где он? А, я его вижу. Я вижу его. Эй! Он гранаты бросает. Эй! Как он задолбал меня вот уже вообще просто. Короче, его зовут Юра, чувак этот. Юра Мозговой его зовут. Он два раза появлялся на Лёхином канале, кстати.
Ладно, вот это возьму. Так, я также за тачкой спрячусь, если это... Что? А, это ты бросил. Если это опять не поможет, то... Опа! Вон, я прям на него целюсь. Ой. О, отлично. А у тебя ВП, что ли? Или что? Ну, да. Блин, ты можешь себе позволить. А я до сих пор не могу, у меня не хватает денег. Так, я, наверное, пойду в ту сторону, откуда он обычно выходит. Ну, навряд ли он сейчас там пойдет. Ну, кто знает, я все равно схожу туда. И спрячусь. Ты хоть карту это запомнил наизусть? Да, я помню все. И спрячусь за коробками еще. Правда, я не могу через них смотреть. Что? Ты его убил? Да, как-то мне зараза повезло. там вышел теперь. Ладно, может быть он сейчас выйдет оттуда. О, АВП выпал. Откуда? Это мой. Че он тут валяется? Я его выкинул, ничего. Ты его заменил? А. Ладно, я его тогда беру. А, ты его уже взял, ну ладно. Теперь, ладно, я попробую сходить туда еще раз. И спрятаться за коробками. Максимадзе вообще не играет. Как-то я не играю. Я тебя грохнул уже пару раз. Да нифига себе, ты за машиной прячется. Ты умеешь. Ну, за машиной со снайперкой лучше, на самом деле, прятаться. А я не могу ее себе позволить. О, я могу ее позволить уже себе. У меня 10 тысяч есть. Это дисбаланс. Да пошел ты нафиг со своим дисбалансом, блин. Так, ждем, когда он появится. И стреляем. Ну тут не лучший, конечно, вариант ждать, но ладно. Попробуем все равно. Леха у нас, как всегда, идет туда. Он может с трех сторон прийти. Да, но он часто... Но я заметил, что он часто... Он тебя уже убил. Но он часто... Но я заметил, что... Жди его, жди. Да, ах, не попал. Увернулся. У него маска такая крутая. Типа, он крутой у нас. АВП берем. Но ведь... О, это самое. Юра у нас не в курсе, что... К сожалению, он не в курсе, что мы видео записываем. Опа, я его только что видел. Не знаю, он меня видел или нет. Он в курсе. Блин, он увидел меня. А я думал, что он меня не заметил. Он может и сюда зайти, и нет. Ты бы слишком часто не прыгал, а то прицел не фокусируется. Да наоборот, это хорошо, зато он меня теряет из виду больше. Лёха, это получше меня, кстати, стреляет. О, зашибись. Видишь, как надо быстро все делать? Да, вот у меня немножко реакции не хватает. Где бомба? Где бомба? Где бомба? Ты уверен, что она... Вот они. Давай. Ай, да! Жаль только, что это не я сделал. Я... АВП позволить себе не могу. Куплю. Пока его нет, я куплю что-нибудь не сильно мощное. Вот это. Не сильно дорогое, в смысле, но мощное. Вот это довольно мощное.
Правда, с ним Он опять начинает жаловаться, плакаться тут. Да, я заметил. Вот он возможно, еще шаги наши слышит, поэтому я буду... Возле меня. Опа, блин. Плохо дело. Ты его убил? Что ж такое? Убиваешь его ты постоянно, а не я. Ну, пую я его убил. Как хорошо. Так, первая половина закончилась. И мы пока выигрываем. Теперь мы террористы, а он должен убить нас. Но я что-то не уверен, что он сможет это сделать. Тут есть футбол. Опа. Это ты стрельнул? Извините. Ты стрельнул? Зачем? Я порезал случайно. А. Жесть. Ай, да он с одного выстрела убивает. Видите, какие у него крутые пистолеты, с какой классной раскраской. Почему мы такие позволить себе не можем? Ну, пистолет у него обычный, просто раскраска, это денег стоит. Я, может, вот этот... Может, вот эта штука поможет. Она... У нее, наверное... Может, она... Урон... Нет, не очень хорошо. Зря я эту штуку взял. Плохое оружие. Ну ладно, попробовать все равно стоит. Осторожно, он здесь! Ай. О, ты убил его? Зашибись. Может, вот это взять? Хотя это для ближнего боя больше подходит. Но попробуем. Материться там чё-то. Ну, правда, не смог. Правда, не написал правильно. С ошибками написал. Да, так, справил. Теперь я с той стороны зайду. А я поставлю бомбу тут. А, у меня же нет бомбы. У тебя бомба. Ой, я испугался. Ничего себе. Серьёзно? Он прям передо мной вылез. Обалдеть. О, а теперь бомба у меня. Ладно, я сделаю сейчас то же самое. Не грев возьму. Ты сам такое матерные слова туда не пиши. Мы же все-таки видос делаем. Так, теперь я пойду туда и положу бомбу на Б. Нет, мы на Б не играем, договорились. Когда это мы договорились? Я ничего такого не помню. Всегда мы играем только на А. Нас слишком мало, чтобы играть и на А, и на Б. Да срал я на ваши правила, блин. Да только на А. Тут и Б есть, и А. Значит, и на Б можно, господи ты, боже мой. Ну блин, ну нет. Чё? Один раз сделал, ладно. Чё нет? Не надо. А чем тебя Б не устраивает? Да не, да слишком мало. Мы никогда же на Б не играли. В тот раз мы никогда на Б не ходили. Я ходил один раз, точно. Ну ты ходил, ну и все. Ну и где он, блин? Да блин. Вот мы проиграли. Он все равно. Он мог, и если я бы и там мог заложить, тоже бы могли проиграть. Все, на Б больше не ходим, короче. Да блин, посрать бы на ваши правила, блин. Да никто не играет на Б в команде 3-4 человек. Блин, я... А, вот же, не греф у меня есть. Что? Где он? Он за тачкой? Я что-то боюсь вылезать даже. Прям пали, не переставая, дай стреляй. Чуть ниже бери, чуть ниже. Прицел. Ниже прицел, я тебе говорю. Да я стараюсь ниже, но поднимается все равно. Так ты не отпускай. А ты... я не... А как он меня подстрелил? Он как меня через серый дым-то видел?
Я его не То, видел, чтобы он ты меня видел. отошел влево. Да блин, а я все равно его не видел. О, АВП я могу взять, отлично. Ну-ка, а он там не может оказаться? Хотя, раз уж ты говоришь, что никто не Может. ходит на Б, то нет. Может. Ну там же Мы Б, же да. тут, мы же можем туда пойти и попасть на Б. Опа, он рядом где-то. Пойду туда. Я вот через эти ворота прошел и на А уже. Он за машиной, я прям чувствую это. Да Подъем. ё-моё. Нет, он не за машиной. Где он? Так, он кинул бомбу. Там. Гранату с дымовую. Я его не вижу. Где он? Вот можно с этим контролом ходить, тогда прицела не будет от без фокусировки. Да блин, да где он вообще? Да где он прячется-то, блин? Как он меня увидел, он же туда, в стенку смотрел. Он на тебя смотрит. Короче, видите, как играют. Нечестно почти. У него боковое зрение, заднее зрение, блин. Боковое. Ладно, я пойду туда. Опа, он рядом. Что? Опа. Он там молотов уже бросает. Это я бросил. Ты? Меня он уже убил. Отлично, просто отлично. Да где он? А где он был-то? Справа там за стенкой. За стенкой. Не за тачкой ли случайно он там был? Нет. Так. Ну уже ставь. А, у меня нету бомбы. Бомба вот тут лежит, но он тебя Да. сейчас убьет, если ты вылезешь. Где он, блин? А, вон там. Да. Кошмар какой-то вообще просто. Ну, поровну. АВП я позволить себе пока не могу. Он так внезапно появился, что я не успел просто отреагировать. Ну, вот таким пистолетом ты его хрен убьешь. У него АВП. А, нет, он. Да блин, он просто уворачивается. Не зацепило меня ничего. Ладно, калашик возьму. Ролл. Что такое? Ролл, блин. Понятно. Осторожно, ты иди первый туда. Все. Слепила меня, Марина. Ты стреляй аккуратней. Да в смысле, ну как так-то? Я же увернулся от гранаты. Видите, ребята, какой он опасный вообще. Просто никто с ним не сравнится.
Ну разве что генералы какие-нибудь, а не капралы. Он хоть и капрал, это не такое уж и высокое звание, а такие вещи творит. Ай! Где он? Он там справа был. Осторожней, осторожней, пуляй, пуляй, пуляй. Сверху, 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 сверху. Он исчез. Он, наверное, спрыгнул. Твою мать. Перезарядка, перезарядка. Капец. Как он не попал еще? Давай, давай, пожалуйста, убей его. Я уже заколебался проигрывать. Опа. Да ну... Да что, как? Откуда? Он просто ниндзя какой-то. Мы проигрываем. Блин, а ВП так я позволить так и не могу себе. Ладно, дробовичок возьму. Вот спорим, он сейчас сюда какую-нибудь гранату швырнет. Нет. Не швырнул. Но появиться он тут может запросто. Опа! Вот он. А вот и швырнул. Пусть появится. Пусть зайдет сюда. Не просли момент. Я чуть-чуть повыше еще, чтобы в голову лисочи. Ну чё он не выходит-то, алё? Алё, ты где, блин? Выходи давай, блин. А у меня... Жалко, у меня нету гранат. Хотя... Он ждет, когда я вылезу. Он просто ждет, когда я вылезу. Ты где? Ну выходи же! У меня звук появился. Да ладно. Вот он сзади появится, возможно. Да ладно, наконец-то. Блин, он не... он ждет, когда я вылезу. А я жду, когда он вылезет. Время-то на него играет. Я знаю. Ой! Ай, это бесполезно. Но он слишком далеко, я бы его не убил. У меня просто шансов сейчас не было никаких. О, ну капец, если он сейчас нас убьет, то он выиграет. Нам надо 15... Нам надо 4 раунда подряд выиграть. Так, это, я думаю, мы не сможем сделать. Это почти невозможно. Но я тогда беру неги. Я АК взял сейчас. Так, ждем, когда он вылезет. Аккуратно, я сейчас пока оббегаю. Он тут возле меня. Гранату кидает. Блин, зря это. Ты убил его? Да, но он мне гранату взорвал. Классно, 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 классно. Берем гранату. Жалко, я не могу взять это самое, АВП. SG-08, оружие говно. Четыре раунда подряд, это хрен возможно выиграть-то. Ой-ой-ой, что лагает? Отверни! Давай. Иди скорее. Ой! Да ну! Он справа, он сразу справа будет. Вон он! Да это невозможно! Ну что ж, ребята, два нуба не смогли уделать капрала, который просто на раз-два уделывает. Сейчас мы еще раз. Сейчас мы его точно уделаем. Давайте другую карту. Которая... Давайте еще ту карту, которая
Или нет, мы на той же опять карте будем. Подожди. Было бы неплохо еще на той карте, на которой мы в первых трех выпусках не были. Тут же много всяких карт. Так, я сейчас за ним смотрю. Короче, Чего? сейчас карту. Так. Выходи в меню. Сейчас. В смысле выйти из игры? В главное меню я... А, вот. Все понятно. Выбери какую-нибудь карту, которую в первых трех выпусках мы не играли. Чтобы что-то новое зрителям показать. Может быть, нам помогут выиграть пряники от Яшкина? Вкуснотища. Покупайте, ребят. Так, ты выбираем. А, я соединяешься? нажать должен, господи. Да, мы когда против него с Лехой в прошлый раз играли, мы с трудом 15 на 15 сделали, ничью. С трудом. Сегодня у нас уделал просто. Но ничего, надеюсь, он сейчас нас не уделает. Сколько времени в часах? 20 Мира, часов. Карта. Карта называется Мираж. Мираж, хорошо. Тут тоже на Б нельзя ходить. Не знаю. А то мы когда играли на других картах, помимо той, которая другая. Другие, кроме тех, которые мы в прошлый раз играли. И в выпусках мы... блин. Мы могли на Б ходить. Какие вкусные пряники. Все, начинаем. Нормальную пушку позволить пока себе мы не можем. Я покупаю Desert Agile. Короче, я такую карту не видел и могу не знать, где чё кого. О, через окно вылезти можно, прикольно. О, фургон. Слышишь, что ли? Чё? Кого? Я говорю, ты меня не слышишь, что я тебе говорю? А, сейчас не слышал. Сейчас вот услышал, что ты сказал. Фургон, как я обожаю фургоны. А чё ты говорил сейчас? Да уже ничего. Ну я тебя не слышал, серьезно. Ого, лазать тут можно, ничего. Ого, пробивать. Это может. Я реально первую эту карту первый раз вижу. Ну и где он может быть? Вот он на Б, он на Б. Быстрее иду, сюда. Иду. Быстрее. Да иду я. Блин, тут тупик. А, вот выход. Иду, быстрее. Иду. Да иду, иду, иду. Я бегу со всех ног. А, он у меня уже ножом. Ножом. Ай, перезарядка, перезарядка. Просто говно какое-то вообще. Ладно, вот ладно, два пистолета пока возьму, потому что я ничего больше позволить тебе не могу. Ну, кроме разве что
А через эти тан... А через эти бронетранспортеры нельзя выбраться? Нет. Жалко, мы за... не за террористов. Ну, та играли. Карта интереснее была, на которой мы играли. Да, но зато это новое, и мне... И я на ней не играл. И разнообразие нам нужно бы. О! Ты уже там столкнулся с ним, и он тебя уже убил. Ох, как он заколебал убивать нас. Блин, это не туда. Блин, тут тоже не... А, погодите, там проход же был. Чё, все еще работает? Краш-тест на телевизоре проводим. Перезаряди заранее. А какая кнопка перезаряжает? Ну как везде. Р. Он бомбу уже заложил на Б, я так понимаю, да? Что-то я его не вижу. Что? Где он? Да, да, где он? Мне показалось, он только что впереди меня был, а сейчас где-то справа. Набор сапера и супер-пупер мега. Оружие берем. Наконец-то я что-то более мощное могу себе взять. Так, я пойду я сразу. Вообще не могу. Я предлагал остаться на Дасте. Чувак, нам разнообразие нужно. Нет, я согласен с ним. Да, но я хочу, чтобы на видео у нас, было у нас там будет больше, у нас там будет больше шансов победить. И он тут профессионал, он на этой карте очень много часов играл. Да ну, неужели? Ладно, посмотрим сейчас, как пойдет дело. Он уже два раза нас уделал и... Выходим, только сейчас он нас убьет сначала. В смысле выходим? Какого хрена, в смысле? Но мы на DAS 2 пойдем. Да блин, ну почему на DAS? Неужели ничего... Нету другого хотя бы, где мы можем его победить. Ну. Что-нибудь попроще. Ну, тяжело тут его победить. Очень. А что, а есть другие, где не тяжело? Кроме даст, потому что она даст. Блин, я думал, это ты. Про... Какие проблемы с соединением? Чё? Игра вылетела. У Лёхи игра вылетела, отлично. Нет, в меню вылетела. А, выкинул в меню, что ли, или вообще игра закрылась у тебя? Сейчас мы с тобой его разделаем. Опять на DAS, да? Вот что-нибудь другое бы выбрали попроще. Что-нибудь другое, когда будем один на один. Сейчас нам надо его самое главное разделать. Ладно, я этот отрывок с другой карты даже не буду вставлять в видео. О, хорошо. Нам главное его разделить. Короче, сейчас мы попробуем еще раз, дорогие друзья. Вообще, я хотел, чтобы мы выбрали другую карту для разнообразия, но пацаны отказались. Говорят, что... Лёха говорит, что у нас на других картах не... просто не будет шансов его делать. Юра на каждой карте вообще играл, на любой. И он все карты знает. Как свои пять пальцев, блин. А вот мы не знаем. Некоторые карты. Мы вообще на каких картах играли? Мы на Чернобыле еще играли. Ну, Чернобыль мне, кстати, не очень как-то понравился. Ну, выглядит на самом деле прикольно. Ты зашел? Да. Не, разминка пошла. На, зараза, блин. За это тебе, за то, что ты нас уделал, зараза. Все, погнали.
Ну что, понеслась? Да, если мы сейчас опять проиграем, это будет полный провалище. Думаешь, он где-то здесь? Опа! Стой, 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 стой! Там он все-таки. Он появился там, где он спаунился. Блин, Твою это же мать. кошмар какой-то. Как он так делает? Я не понимаю вообще просто. Видите, видите, как он сейчас... Видите, что он сейчас сделал после того, как нас убил? Он прям как ниндзя это сейчас сделал. 5-7. Интересно, как, насколько хорошо он стреляет. Проверим сейчас. Ну, поехали. Ну, чувствую, что он слабовато стреляет, но зато отдача не отча, а частотах неплохая. Опа, он уже столкнулся с Лехой. Кто кого убьет? Да! Ты молодчина, что отвлек его сейчас. Где его оружие, бля? Ты подобрал, да? О, я подобрал оружие, да. Классное оружие, затерянная земля. Эх, будет не очень хорошо, что... Будет не очень хорошо, если я потеряю его. Но я его обязательно потеряю. Когда-нибудь. Так, может за тачкой спрятаться? Хотя нет, за тачкой прятаться лучше со снайперкой. Он тут. Так, давай ты. Сначала. Давай, его отвлекают и сидит тут в засаде. Он не в курсе, если что, что я здесь, возможно. Да, он убил его. Надеюсь, не в курсе. Сейчас он сюда войдет. Я надеюсь. Вы вообще не должны рашить. Рашить что? Да! Получилось! Ты у него АВП было, ладно. Блин, я уже не успею, я, блин, не успею. Надо было взять АВП. Ну ладно, 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 мы все равно сейчас победили. Правильно я сделал, что там спрятался. Что такое рашить? Это правильный вопрос. Вы не подпускайте бомбу и врагов к пленту. Нападать, значит. А, то есть нам не надо нападать. Ну как это не надо нападать? Ты зачем нам советы-то какие даешь? Мы должны тебя грохнуть вообще-то, а ты что творишь? Так, может быть, тут спрятаться? Еще раз. Это капец. Он прям как ниндзя заскочил туда и убил меня. Он не там, куда ты сейчас идешь. Что это он не тут? Он там, где я его грохнул. Вот он. А, вот. Теперь он здесь появился. Надо же думать куда-то. Но он сейчас убил меня там, где я нанес ему поражение. Просто раз. Капец, как он Сюда уклоняется, видно. а? Он просто ниндзя какой-то, вы видите? Пока что поровну у нас идет. О, АВП я могу взять, отлично. Теперь я спрячусь за тачкой и буду оттуда стрелять. Жаль только, что прицел переключать приходится все время. Опа, он где-то рядом? Или это ты был? Так, ты туда. Блин, блин, блин! Ну я же в него попал, почему он не умер-то, алё? Он там, где-то. О, да. Быстрее, АВП! АВП! Фух. Отлично. Как хорошо, что ты взял его. У меня как раз-таки... Нет, у меня 50 не хватает долларов.
Ладно, возьму дробовичок. О, 4 светящиеся гранаты. Есть. Отлично. Ладно, я попробую спрятаться за дверью еще раз. Хотя я не могу быть уверенным, что он выскочит там. Так, готовимся стрелять. Он может тут, он может сюда зайти и... Да! Получилось! Как-то он еще медленно заходил, на самом деле. Зачем ты матерные слова-то пишешь, Леха? Зачем? Сидит там и ждет. Какого фига? Ну, а потом в крысу. В смысле, в крысу? Мы такой. Ты такой же тактикой пользуешься иногда. Почему мы не можем пользоваться? Ты смотри, вы смотрите-ка, ребята, он нас уделывает, еще и дает. А он, кстати, из плохого оружия меня сейчас убил. Смотри, как пистолет могу крутить. Ой. Классно ты его сейчас покрутил. Аж выбросил. Ой, вон он. Ой, осторожно, хватит его крутить уже. А чё, АВП возьми. Блин. Как так он это... Как? Так быстро? На ходу? Да, этот вопрос мне нравится, зелененькие. АВП я наконец-то могу купить. Ну уже, давай, быстрее, время, заканчивайся, я хочу уже идти. Ну нафиг ты меня выстрелил? Я просто тыкал, извини. Опа, ай! Видел? Я не видел, но я услышал. Не греб, возьмем. Ладно. Ух ты ж, не а ну-ка, бы... ну-ка, забирай мой АВП, возвращайся, где ты умер тогда. Быстрей. Ой, он что, там где-то? Не знаю, АВП забери. Негив выкини. Ну уже как его взять-то? Выкинь, о. Он там где-то убил тебя? Он уже на точке А. Блин, пипец, быстро-быстро идем туда. Я сейчас вылезу, он меня, наверное, услышит. А он уже бомбу заложил. И сейчас опасно туда выходить даже, на самом деле. Где он? И где он? Он что, за стеной, наверное. Он прячется в углу? Я не знаю, где. Посмотрим. Жалко, что... Ты быстрее здесь... двигайся. Нет, его тут нет. Да мы-то, я не знаю, бомба. Ай! Куда? Я вообще его сейчас не видел. Он, наверное, за стенкой опять был. Опять берем негрев. К тем дверям лучше со снайперкой идти, а у него снайперка всегда. Да, в этом углу ты заложил. Просто молодец, блин. Я попробую встать сейчас вот тут. И сразу же надрать ему уши. Блин, вот сейчас я так классно крутил пистолет. Ты сильно не трать время, чтобы пистолет крутить. Надо его это сам гасить. Он прям подкидывал его и крутил воздух. Крутое развлечение, но нам надо его... Опа! Он уже там. Я, наверное, подойду к нему сзади. Тварь, а. Опа, кровавый след. Значит, он тут. Смотри, какая кровавая бойня была. Да. Кровавая, но очень медленная. Очень быстрая. Я не думаю, что он за это время успел бы спуститься.
Поэтому я... Да! Где он был? А! Он там был. Я что-то... Я так и знал, кстати. Блин, как он заколебал меня уже. Да, ничего топового я взять еще не могу себе. А у тебя классная пушка. А я не могу такую позволить себе. Так, ты сторожи с той стороны, а я здесь буду. Перезарядка! Долбаная перезарядка! Я мог его сейчас убить, он сзади где-то. А, он тебя убил? Да, я... Долбаная перезарядка, блин! Если бы не перезарядка, я бы его убил бы, хватит крутить пистолет. Блин, как у меня тогда получилось, очень классно он его прям крутил. Да пофигу, на карты его крутишь. Смотри. Да пофигу, давай уже иди убивай его. Где же АВП есть? Опа, осторожно, блин. Вот как он так быстро? Ну, он просто профессионал, супер-пупер профессионал. И меня это раздражает. Блин, я ничего топового опять взять не могу. Кроме нова. Нова — это хорошее или плохое оружие? Стоит недорого, кстати. Скорее всего, плохое. Так, я, наверное, вылезу теперь здесь. Посмотрю, как... Может быть, он тут вылезет. Опа, ты уже там столкнулся с ним. Убирай дробовик, бери пистолет. Хотя вот тут оставь. Вау! Ой, зачем ты его купил? Ай, да блин, у меня... Я ничего лучше не мог купить. Ну, пистолет бы за 700 купил, если все. А чё, лучше, что ли? Десерт, да. Да? Ладно, может... Мага 7. Ладно, вот это возьму. Не максим, если что я взял. Другое кое-что взял. Ладно, я пойду туда же, куда пошел ты. А, нет, я лучше тут спрячусь. Буду сторожить точку. Да блин! Как его убить? Он непобедимый вообще. Да твою мать. 8,5. Ну, блин, на 3 очка это очень много. А давай прикол. Че? Просто иди сюда. Иди сейчас за... О, ты тоже неги взял. И вот сейчас быстрее со мной иди. Сейчас. Давай. И просто стоим прям посреди дороги. Если он вылезет, начинаем стрелять. Двоих-то он сразу не убьет. Быстрее. Вот тут вот стой. Чуть левее от меня. Что? Стой. Он сзади где-то? И жди. Нет, он спереди. Жди. Просто жди. Если чё... Да. Но это ты его сделал. Ты видел? Два охранника стоят, сторожат проход. Обалдеть. Хороший прикол, да. Это я, блин, придумал. А чё он ржёт-то? Мы его сейчас уделали, блин. Погнали. Но он-то все равно выигрывает. Да, но нам надо бы этот предотвратить сейчас. Еще раз так же? Да, давай попробуем. Но правда, может быть, он уже знает прикол. И выйдет, и выйдет. Поближе ко мне, встань поближе. Ага, смотри, он сейчас сюда придет, быстрее. Да, ну давай ждать здесь. Вау, блин! Чуть ниже. Я стараюсь. А, да блин, сраза. Он нас 21 раз убил, а мы его по 3 раза. Да, это точно. Это просто пипец какой-то нафиг. Дезерт берем.
Не потому что ничего лучше взять все равно не могу. Ай, осторожно. Тут его нет? Ладно. Перезарядка, перезарядка. Я тоже перезарядка. Давай, давай. Ай. Блин. Как он прям в голову? Да, вот ты вообще просто не попадаешь в него. Как и я. Собственно. Да блин, чё, $1000, я ничего крутого себе не могу позволить, что ли? Ладно, два пистолета возьму. А, ну время, блин, как меня раздражает вот это время перед началом. Что? Давай, осторожно, убей его. Да блин, да как я он не оттуда понимаю, вылез? Как так? Короче, он вообще очень близок к победе. Ему осталось 5 очков всего, а нам 10. Короче, мы его не победим. Это просто невозможно. Да-да, очередная мудрость, которую ты нам пишешь. Бомбу еще даже не получается поставить, потому что... Да как он меня задолбал, а? Он там пишет, ору. Сейчас им... Денег нету. Да, у меня тоже нету. А, нет, у меня есть. Блин, я ничего не успел купить. Да! Я еще не успел отойти от слепоты. Каким образом это происходит? Какие полезные, мать его, ты советы даешь нам. АВП я наконец-то могу взять. Так, я, наверное, с той стороны вылезу. Но у нас почти уже нет шансов победить его, потому что он меня... Он просто задолбал меня, вот вообще. О, видите, как он задолбал меня. Справа, справа, справа. Где справа? Ну там сидит вдалеке. Вдалеке, говоришь? Да вот так не вариант прицеливаться. Ты пока смотришь стенку, он уже тебя обойдет. Ах, мы одновременно выстрелили. Но победил, но... Он урон не получил, а я да. Как? Не надо меня валенком называть. Ты балда, который постоянно выигрывает. 6-14, это просто невозможно. Максимадзе недоволен. Ждем. Ждем его здесь. Ты гранату кидал? Нет, у меня вообще гранат нету. Нашел его? Нет, просто чтобы он не это.
Да, вот ждать его вот здесь не очень-то хорошая идея. Он никогда не поддается нам. Так, за машиной прятаться плохая идея, потому что мы без снайперки. А, нет, у нас какая-то фигня есть, только что-то... Ты убил его? Ура! Наконец-то мы за какое-то время его хоть убили. Ставить бомбу... Уничтожение сделал. Вот пока он играет, когда с ним играешь, бомбу очень опасно ставить. Он просто подойдет... Пока ставишь, он просто подойдет и убьет нас. Ножом. Ты не обязательно ножом, он чего угодно может нас убить просто. Просто где-то за углом может оказаться, что он спрятался, и все. СГ 500, 553. Ты взял световую? Нет, не взял. Отличный пожар тут устроил. И как мы туда пойдем? Все, можем проходить, отлично. Я бы не стал туда идти. Да, согласен. И пойдем-ка мы назад. А, ты иди там, а я сзади аккуратно подойду. Что ты? Ну все, если он сейчас нас убьет, он выиграет этот решающий раунд. Да он не решающий. Он нас в любом случае уже победит, потому что если мы убьем его, то нам еще до хрена попыток надо будет потратить, чтобы его выиграть. Это так что тут это не так что вариантов уже нет. Насчет твоего оружия будет нас убивать. Он... Опа, дым. Это я бросил. А, ты бросил? Что? 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 Ай! Где он? Я его с АВП убить не смог. Он там справа. Понял. Там где-то. Да, где-то там справа был, в той стороне. Твою мать. Пока ты перезаряжаешься, он тебя уже убьет. В этот раз получилось еще хуже, чем первый. Короче, надо как минимум 3, а лучше 4 человека, чтобы его победить. Жесть. Просто жесть. Да, это просто пипец какой-то нафиг. Ладно, в общем, на сегодня все. Два нуба CSGO не смогли убить супер-пупер-мега-профи. Просто опозорились мы, в общем. Ну ладно. Может быть, кто-то поугарает. Он лично посмотрит обязательно видосы и поугарает над нами. Ну а на этом все. С вас лайкос, подписывайтесь на нас, эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримовский канал, на Чё Хочу, Тво Врачу тоже подписывайтесь. И всем пока. Прощайся. Пока.